со своей невнимательностью заехал на пешеходную зебру. Не особо помню, что произошло, но по всей вероятности сбил человека с летального исхода. Я отвлекся на девушку, которая сидела со мной в машине, поворачиваюсь обратно, я еще вообще не видел людей, я увидел только машину такси. Я резко вкатил по тормозам, остановился на зебре. Я не помню, как оно было, но был уже звук, то есть я уже зацепил кого-то. Я не видел кто. Я съехал чуть-чуть вниз, поставил машину в паркинг, вышел, на меня начал бросаться парень. Я его раз отодвигаю от себя, говорю, успокойся, я еще не видел второго. Он опять на меня лезет, я опять его отодвигаю в сторону, говорю, успокойся, что случилось, поворачиваю в сторону, вижу, лежит парень. Подбегаю к нему, вижу, что у него разбита голова и много крови. Я подъехал к дому, оставил машину, перепрыгнул забор, бежал сам, не подумал, куда бежал, сел в такси, поехал к дяде. И дядя вначале первое время не мог понять, что произошло, и тогда я ему рассказал то, что я мог рассказать, то, что я помню, например. Признает свою вину? Я думаю, что да, то есть я это сделал не специально, но это произошло.